Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и я хочу пригласить вас со мной в церковь. Это лютеранская церковь. И показать, как в воскресенье проходит служба. Вот церковь очень большая, вот здесь приход, потом здесь вот типа детского сада, куда люди приходят с маленькими детишками помолиться. Так, ну вот здесь часовня, где идет всегда служение, если колокол бьет. Ой, запыхалась, пока шла. Ну вот сейчас мы пойдем вовнутрь, и я покажу в воскресенье, какая служба идет. И сегодня, 8 марта, там будет кофе. Покажу, что потом прихожане могут скушать в церкви после службы. Так, ну вот мы вышли из церкви, видите, она
Вот так вот, если с дороги со стороны посмотреть, даже непонятно, что это церковь. Но люди приходят в воскресенье с детьми. Да, очень красивая была служба. И потом было кофеепитие. Я, конечно, не осталась это снимать, чтобы, не дай бог, никто не попал в камеру. Люди не хотят, когда их снимают. В церкви особенно. Но вот такое воскресенье люди проводят. И готовится завтра к понедельнику, к рабочему дню. У нас завтра понедельник, 9.03, рабочий день в Финляндии. С вами была Оля из Тампере. Будьте все здоровы. До свидания.